эти 5 лет были длинными. Мы пытались сопротивляться. Страх и недоверие правят галактикой. Стойте! Кэл, посмотри на огонь. Он согреет тебя, составит компанию. Но если его не остановить, он поглотит все, пока не останется только пепел. Как ты допустил падение галактики перед этой недостойной машиной Империи? Надежда может казаться нам призрачной. Но я думаю, мы наконец нашли место, где Империя нас не достанет. Только представь, больше не нужно оглядываться. Место, за которое стоит бороться. Любой ценой.